Сказать спасибо за очень ответственный подход в развитии города. Сегодняшний зал собирал не раз по разным поводам праздничные встречи, но те, кто трудится на благоустройстве города, это все равно особая категория. К сожалению, вы не так часто получаете аплодисменты жителей и благодарности, хотя вы этого заслуживаете. Я думаю, что мы будем организовывать и в городском дворце культуры праздничные мероприятия. Будут такие поводы, будут новые проекты. И вместе с вами, вместе мы будем развивать город Назаров, чтобы в нем жилось комфортнее, уютнее. Много лет разных проектов реализовывается. Но мне кажется, сегодняшний вот 2022 год уходящий, он немножко все-таки отличается от других таких благоустроительных сезонов. Это, прежде всего, наши дороги. И самое главное, что я почувствовал и нашел эту поддержку и понимание, мы хотим благоустроить не только дороги, наши парки, скверы и огромное количество неразграниченных муниципальных земельных участков, которые еще требуют нашего внимания, и количество скошенного буряна, травы и вывезено просто не поддается даже учету. И это благодаря вам всем. Улица Маркса продолжает благоустраиваться. Серьезные задачи у нас стоят впереди по развитию Березовой рощи. В городе Красноярске есть остров Татышев, он так масштабно развивается. Я почему-то думаю, что наша Березовая роща сравнима по масштабу с этим же проектом. Надо понять, что мы там хочем разместить. Надо почувствовать ожидания жителей города. И, конечно, найти силы, воли, возможности, материальные, финансовые ресурсы и продолжать развивать. Я думаю, что центральное такое, центральное место, центральная площадка в городе. И мне очень приятно вот он 7 часов идти на работу, когда видишь, что уже наши дорожники, специалисты прошли, пыль уже. Если уж не на всех наших улицах, но она помыта, убрана. Сегодня утром идешь на работу, уже тротуары почищены. Может быть, Бог нам помогает. Снега еще мало, я думаю, что зима еще впереди. Тем не менее, очень приятно подчеркнуть, что наши коммунальные службы все практически отработали на 5 баллов с высокой оценкой. И это не только моя оценка как главы города, это прежде всего оценка жителей города Назарова, ну и самое главное, еще другое. Они ждут от нас продолжения этой масштабной работы, и это можно сделать только в слаженной команде. Мы весной здесь собирались, когда знакомились Виктор Аркадьевич с коммунальщиками, так хотелось каждому управляющей компании и те, кто работает в коммунальной службе, успеть спасибо сказать в преддверии сезона. И вот за этот год мы второй раз в этом зале, и еще раз будем собираться впереди День города, который мы вместе с вами будем еще собираться и подчеркнем еще раз масштабность тех задач. Каждому, кто трудится, управляющий нашей компании, Виктор Аркадьевич, вашим партнерам, коллегам, друзьям, огромное спасибо нашим дорожникам, которые каждый день выходят, работают нашим партнерам, которые в такой очень конкурентной борьбе участвуют в конкурсах, не всегда выигрываем, но надо учиться выигрывать на наших проектах, которые реализуются в городе, должны все-таки побеждать наших руководителей, наши предприятия. И, безусловно, я вижу, что это особая ответственность. Одно дело, когда приезжают красноярские компании, работают. Другое дело, когда наши, мы видели, в каких условиях улица Маркса в этом году. Очень жесткой конкурентной борьбе был этот конкурс. Выиграли. Погода не позволяла, мы все равно работали. Под проливным дождем двигались. Серьезные издержки были проекта, все равно реализовали. Я искренне благодарен, что улица становится краше и уютнее. Уже начинается подготовка активно к следующему сезону 2023 года. Я уверен, что мы тоже справимся с этими задачами. Дорогие друзья, огромное спасибо. Я прошу руководителям передать всем, каждому человеку, каждому, кто трудится в вашем коллективе, благодарность за огромный личный вклад и слаженную работу ваших коллективов.